Всем привет, дорогие друзья, с вами Таски, и наконец-то была обнова, пацаны, и я не понимаю, почему у меня 15 FPS. У меня постоянно сейчас 15 FPS. В чем прикол? Типа, у меня как будто ограничение. Вот даже если я в людном месте, у меня 15 FPS. Если я приезжаю куда-нибудь, где больше людей, тоже 15 FPS. Я не понимаю, в чем прикол. Нужно опять разбираться с лагами. Короче, сорян опять же за звук, потому что он очень говянный, потому что он с телефона. Я сейчас до 18 числа не смогу нормально записывать видосы, потому что я сейчас в Молдове. И у меня сейчас немного тяжеловато это все делать. И у меня нет моих прежних наушников, да и времени нет, чтобы поиграть нормально и записывать. Поэтому сейчас поедем сразу. Сразу, как я говорю, поеду покупать себе новую тачку. Ну а чё кататься-то на М5-60, она уже надоела чуть-чуть. Мне уже накатал 13 тысяч километров, поэтому давайте-ка купим что-то новенькое и интересное. Что же я сделал вчера? Короче, я вчера пытался пробиться на сервер, как всегда не получалось, потому что админу поставили пароль, да, спасибо им огромное, поэтому я не смог записать серию. Сразу после этого, после обновления, ну да ладно, онлайн сейчас 270 человек, к сожалению, потому что он уже все больше и больше падает. Я не понимаю, почему у меня такой маленький FPS и почему меня сейчас сбил Макларен на полной скорости, ну да ладно. Так, что я сейчас хотел сказать-то? Ну, добавили обновление, тачка сейчас пачкается, добавили уродскую BMW 7-ку, добавили много чего, но, блин, ну, не знаю, мне не нравится то, что тачки пачкаются. Ну, окей, они пачкаются, но если бы они пачкались реалистично, они пачкаются, просто ты едешь по дороге, они выглядят, как будто ты в говне каком-нибудь был. И это очень сильно некрасиво выглядит, и они пачкаются каждые 5 минут. Меня вот это вот самое прям больше всего бесит. Но это нереалистично, то, что каждые 5 минут должен бегать быстро, как в ясно. То есть у меня вот так вот 17 FPS, даже 20. Так у меня 14. Ясно? Ну, не знаю, мне Макларен вообще не зашел. Я думаю, это самое лишнее, что можно было добавить. Давайте-ка, у меня сейчас, короче, нету времени записывать серийку, так что давайте-ка быстрее пойдем. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, добавили Lamborghini Urus. Мне он не сильно нравится. Посмотрим, Bugatti Chiron, естественно, конечно, мне нравится. Макларен 720S. Я, кстати, угадал, короче, все цены на машины, которые вообще, в принципе, были в обновлении, потому что я делал обзор обновления, и скидка 5%, чё. И я понял то, что я угадал реально все цены на Макларен, там, на диски. На диски я не проверил, даже можно проверить еще диски, там, тюнинг на M5 в 90, вообще, там было очень дико, я увидел. Очень хороший тюн добавили. Короче, давайте ближе к делу. Так, Феррари 488 писта. Офигенная тачка. Берем что. 98 регион, мой любимый. Дополнительный цвет. Мы потом его сделаем. Ой, основное сделаем красный, естественно. Делаем вот такой вот красненький, красивенький. Да. И сейчас то, что будем делать, это просто берем и делаем вот так вот. RMU 765. Пацаны, можете уже поздравлять, это моя новая Ferrari 488 Pista. Сейчас поедем быстренько ее затюним, или я не знаю что, потому что это, блин, офигеть. Это офигеть, реально. У меня, что вы понимали последний раз то, что я покупал? Я не знаю, почему я не такой рад, потому что у меня нет времени наслаждаться этим. Просто последний раз, когда я покупал что-то из салона, это знаете, что было? Это был BMW M5 Е39 еще в 2017 году. Блин, она вообще дикая. Офигеть. Офигеть, реально. Не, я уже сейчас радуюсь, ладно. Короче, вы думаете, это уже все? Нет, я сейчас поставлю еще номера. Я, короче, пошел вчера донатить. Я задонатил. У меня сейчас есть баблишко есть. Я не знаю, что мне ставить тут. Я думал, короче, ставить с самого начала это номера Е. Так, ой. А... 488 MR. Ну, это типа самая крутая серия России и все такое. AMR 350 рублей, мне как раз точно так же есть. AMR 97. Либо же я подумал, 488 ТТ 98 регион, мой любимый регион, мой любимый ТТТ и 488. Я думаю, это, кстати, реально самое логичное, что я... Насрать. Пацаны,
самая крутая Феррари, которая, в принципе, есть. Давайте будем сейчас понтоваться. Чуть у меня 15 FPS. Давайте-ка будем вот так вот сидеть. И попонтуемся чуть-чуть вот тут вот. Блин, это вообще дико. Хилка. Я, кстати, забыл сказать этому... Блин, ну такое я забыл ему сказать, чтобы он пришел на сервер, но мне сейчас нет времени его ждать. Нормально. Так, что написал? Да. Лучше вот так вот. Все, короче, я поехал. Мне прикалывает то, что тут есть чувак, который катается на АКЕ. Я тут сижу на Феррари 488 писта и еще поставил себе такие номерочки. Это вообще дико. Это дико. Я знаю, что она валит где-то больше, там, чем Уракан даже. По-моему, на 5 км в час где-то, или на 2 км в час даже. Сейчас поставим, короче, на нее чип и посмотрим какой-нибудь тюнинг, я не знаю, там интересный свет. Я не знаю, почему мне начало вылетать еще больше. Почему-то сейчас-ка проверим. Да почему мне так сильно лагает телеки? Мне самому уже неприятно смотреть мои видосы. Что это? Вот почему так сильно лагает? Что с оптимизацией на сервере? А, у нее спойлер сдвигается? Нет. Давайте-ка посмотрим, что тут есть. Может быть, поставим какие-то диски, да, за 70 тысяч. Ну, хотя посмотрим быстренько. И потом, может быть, поставлю какой-нибудь интересный цвет. Так, смотрим боковые юбочки. Даже так? Ну, не знаю. Некрасиво. Диски какие тут есть? Эти были... Были. Нет, вот эти вот еще более-менее прикольные на Феррари, как раз 320 тысяч, я понял. У меня сейчас есть бабки, я продал свою Ешку с Баурынок. Эти тоже прикольненькие, не знаю, зачем мне их добавили, лучше бы оставили те прежние диски. Эти за 600 их и так было. Я понял. Я не понимаю, зачем они добавляют такие диски. То есть я люблю рутиформ, но не настолько. Вот эти вот вообще крутые. Офигеть. А чё они такие классные? Я, короче, потом их куплю. Я вам покажу. Комплект Liberty Walk. Не-не-не. Это слишком убого. Передние колеса нет. Настрою. Рамка. Рамка какая? Золотая, естественно. Нет. Поставим M-полосы. Вот. Не-не-не. Loud Sound, Ice Kill. О, вот этот школьненький, кстати, но не для этой машины. Steel of Daily, CCDS. Можно, пожалуйста, что-то нормальное? Fail Crew, может быть, или Одержимые? Я не знаю. Я вообще не знаю. Red Bull. И хочу что-то... Ладно. Поставлю опять же это. Тормозные диски. Ну, мы не будем ставить, потому что не вижу смысла. Так. Едем сейчас. Она уже пачкается. Ну, она уже пачкается. Вот почему? Почему вот это вот считается эта зона? Как будто тут тачка должна пачкаться. Почему у меня 18 FPS, а раньше было 30? Ну, реально нужно уже исправляться. То есть, когда я играю сам, у меня вообще ни одного лага. Вообще ни одного лага. Я могу играть себе спокойненько. Что это сейчас было? Да почему 9 FPS? Что происходит с оптимизацией на сервере? Почему это все так плохо? Вот, наверное, я уже не буду снимать так часто, потому что, ну, во-первых, я не могу, во-вторых, потому что очень дико лагает, я жду всяких фиксов, потому что это жесть. 14 FPS, да вы издеваетесь, что ли? 14. Боже мой. Не, ну, может быть, нужно... Не, ту накладку я не буду ставить, она и так убогая какая-то. Так. Заезжаем и смотрим. Давайте-ка я поставлю, может быть, свой фирменный фиолетовый цвет. Вот такой вот, который вот такой вот. Не, на нее некрасиво. На нее некрасивый никакой цвет, кроме как красный. Красный такой опасный. Но это какой-то убогий цвет. Я выбрал сразу с салона, поэтому я поставлю, может быть, вот такой вот. И чуть-чуть затемненный, может быть. А, ну у меня не перламутр. Да срать уже. Короче, эта тачка, наверное, останется у меня на очень долго, поэтому... Где у нас тут банк? Тут нету никакого банка рядом. Или есть, или нету. Ясно? Что мне? В смысле? Что?
Я нажал на F11, у меня 30 FPS. А... В смысле, а почему... Что? А почему у меня сейчас 30 FPS? Я походу понял, я реально просто... О боже мой. У меня 5 лямов и 50 донат единиц. 5 лямов это... Давайте-ка снимем 2 ляма вообще. 3, 1, 2, 3. Скоро у нас еще розыгрыш будет, так что, пацаны, все нормально. У меня еще вклад на 25 лямов до 12 числа, сегодня 28. Давайте посмотрим в 10, что тут есть. Открыть кейс базовый. Сколько он стоит? 99, ясно. Кейс BMW сколько? 600 рублей. Вот сейчас у меня 30 FPS, я рад, конечно, но, пацаны, вы сейчас сидели тупо и терпели 30 минут, ладно, минут 10-15. Ой, Бенз, вы терпели минут 10 или 15 того, что я просто сидел и катался, и у меня при этом был 10 FPS, когда у меня... Вот... Ясно, у меня вылетело. Да, у меня вылетело, я не понимаю, почему вот у меня 34 FPS вообще, 34 FPS, а почему до этого так сильно лагало? У меня начало очень часто вылетать. Поэтому у меня сейчас, кстати, заканчивается время, поэтому давайте-ка быстрее, не буду уже Я сегодня богатый, поэтому просто трачу все бабки, что я задонатил, только ради того, чтобы кайфовать от этой Феррари. 55 километров, это реально, я хочу ее оставить так же, как мою M5-60, я думаю так. Получится, потому что у меня нету других тачек, что мне так сильно нравится. Да, сейчас поставить 98+, когда у меня... то есть E85. Короче, у меня сейчас нету времени, поэтому давайте быстрее я возьму и... поставлю чипы и поставлю тюн с краской. Я не знаю почему. Что я не знаю почему? Стоп. Почему у меня звук не работает? Сейчас бы записывать серийку без звуков, ясно? У меня 30 FPS, вот реально, у меня сейчас 30 FPS. В чем прикол то, что у меня то 30, то не 30, я не понимаю. Давайте-ка быстрее. У меня сейчас 15 FPS, давай быстрее доедем, потому что у меня нет времени, мне уже все хотят, чтобы я поехал из дома. Давай. Спасибо, просто лучшее, что может быть. Сейчас, пацаны, я должен понтануться, давай, вот так вот, номерочками, чтобы они светились так вот ярко. Камри 3.5. Да. Нет, может быть, это от Уракана. Кстати. Сейчас. А на первое время и так сойдет. Хотя не очень на самом-то деле сойдет. Ну, окей. Давайте-ка быстренько доедем. Быстро просто до покрасочной. Да, у меня сейчас чип говно, конечно. Но сейчас это для того, чтобы настроить, короче, диски. Чтобы они потом нормально сидели. А, она же заднеприводная. Точно, это же Феррари, я забыл. Че я делаю-то? Сейчас, давайте-ка быстренько доедем. Не, ну она валит прям. Валим. Она валит прям очень яко. Боковые юбки. Может быть сделать фулл тюн? Ну, не знаю. Ай, насрать уже. Комплекты. Нет, диски. Диски я хочу вот те вот, которые были за 185 тысяч, вроде бы. Вот. Нет. 190, 240. Вот, 320 тысяч они стоят. Либо эти, либо какие я еще хотел, я не помню. Уже 130 и... Вот, 185 тысяч, я поставлю вот так, добавить в корзину, настройка колес, радиус меньше, вот такой вот. А, ясно. Может быть, они додумаются хотя бы через лет 10, то, что можно сделать сзади диски намного, то есть то, что можно регулировать самому, какой радиус диска любого, то есть не то, что любого, а каждого диска. Ну что, меня это бесит уже. Диски вот такие вот толстенные. Сделаем его вот так вот вовнутрь. Или нет? Вот так вот где-то. Не, вот так вот. Я лучше поставлю. Или нет? Вот так где-то. И тут вот еще. Примерно вот так. Да, вот так вот получится топовая Феррари прям.
Не знаю, эта юбка вроде бы мешает даже. Ну, потом, если что, ее уберем. Я же такой сейчас мажор, конечно же. 241 тысяча. Давайте-ка быстрее доедем и поставим уже свет интересный какой-нибудь. Если получится у нас... Почему-то у меня сейчас колеса проваливаются. Может быть, чуть после респавна она получится нормальная. Ну, окей. Давайте-ка быстренько доедем и поставлю... Тонировочка. Я не думаю, что она нужна у нас. Тут сейчас проверим. Ну... Только если вот такая вот только, да, и спереди может быть вот такая где-то, и лобашек чуть-чуть вот так. Винилы тут есть! Как же классно! 488. Во, как офигенно! 40 тысяч еще стоит. Вот такой вот мне нравится. Вот такой вот и вот такой. Ой, где-то вот такой вот. Не, такой нет. Вот мне нравятся вот такие вот полосы. Я сделаю ее вот такой вот. Да. Диски. Основной цвет. Офигительно. Она вообще идеальна. Не, ну диски слишком сильно красятся, поэтому мне это не нравится. Может быть, оставлю. Не, нужно вот такие вот диски. Вот так вот, чтобы была еще грань. Офигительно красивая. Ой, я забыл перламутр. Перламутр нужен... Что я говорю? Перламутр нужно было поставить. А что, тут нет вообще никаких покрасок? То есть, чтобы помыть тачку? Ну ладно. Пацаны, это моя новая Феррари. TTT488-98 регион. Full Tune. Самая крутая Феррари, которая есть на этом сервере. Я уже видел еще вчера, короче, с номерами Meta777. Самая крутая Феррари, которая есть, которая у меня была какая-то тачка. Это самая дорогая, что у меня когда-либо была вообще, в принципе, в инвентаре. К сожалению, не могу сейчас сидеть и радоваться очень дико, потому что я не один дома, поэтому... Пацаны, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы порадуетесь так же за меня, как я рад за свою покупочку новую. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.